Мы на месте. Мы приветствуем Анжелу, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Отлично, я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Анжелы под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анжелы, находит все. У нее синий дракон и ящер. Ящер. Да. Хорошо. Дальше. Кто-то мешает, Вера? Нет, не мешает. У нее, знаешь, какой-то карлик выскочил. Карлик? Да. Ты кто такой, карлик? Сейчас показывает, он с бесом. С чей бес есть? Есть бес, да. Какой бес, считай цифры у беса над головой? 8. Восьмерка. Хорошо, дальше. Все. У нас получается синий дракон, ящер, бес с карликом, правильно? Да. Синий дракон, ты пришел вместе с ящером? Нет. Нет, они по разным чакрам даже сидят. Да. Как долго, считаю синего дракона цифры над головой? 36-11. 36-11. Ну, не такой же маленький. Ящер, вернее, синий дракон, как долго ты находился в биополе Анжелы? 4 года. Кто из вас присутствует в квартире, в доме Анжелы? Дракон присутствует. Дракон, мы сегодня дом будем чистить. Хорошо, ящер, как долго ты находишься в этом биополе? 8 лет. Как ты воздействовал на нее? У меня много яда его внутри. Все уберем сегодня. Отравлял ее, ящер? Смешивался с ее энергиями. А ты знаешь, это противозаконно? По законам мироздания ты совершил большое преступление. И у нее, у этого преступления есть последствия. Я делился своим. Забирал ее. А зачем ей твое? Твой яд. Зачем ей? Пусть привыкает. Отлично. Ящер получает удар 100 тысяч герц. Да, будет так, а так есть. Пошел удар. Следующий будет 500 000 герц. Если ты еще раз осмелишься мне в моей комнате диагностики таким наглым образом отвечать, чтобы она привыкала. Ты привыкай, паразит. Я тебе сейчас галактическое ядро отправлю, предварительно разделив на 4 части. Я синхронизировался с ней. Хорошо, мы еще вернемся к этому разговору. Итак, бес, что это за карлик? Это мой карлик. Бес получает удар 50 тысяч герц. Неправильный ответ. Ставим над карликом сетку, вернее, маячок зеленый-красный. Если это органическая сущность зеленая, если нет, красный. Какого цвета маячок? Зеленый. Хорошо, иначе бы ушел в галактическое ядро сразу. Но это еще не вопрос. Еще все может быть без. Я сегодня все раскручу, я сегодня все буду смотреть. Сколько ты сидел в этом биополе? А что ты нападаешь сразу? Да потому что вреда это от вас. Это мой карлик. Его обучаю я. Как долго ты находился в биополе? 3 года находился. Как этот карлик воздействовал на нее? Визжала. Визжала? Да, визжала. Хорошо. Вот такой мелкий карлик, доводит человека до визжания. Он скоро бесом станет. Считай герцовку этого карлика. 5,2. 5,2 герца. Но это уровень черта, почти без. Я даю команду тонкой копии Анжелы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные и патогенные низкие энергии по каналам, чужеродное по отношению к Анжеле. Слушай, сними еще маски с этого карлика. С карлика снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Направляя щит 7 архангелов и мощнейшим ударом сжигая эту голограмму. Кто там выскочил? Это инкуб. Бес, за то, что ты меня обманул, ты получаешь удар. 100 тысяч герц. Удар. Оба. Не бей, не бей. А ты не понял, он карлик.
Ты... Но он инкуб. Вот, ты мне не сказала, что это инкуб, ты меня обманул. За обман здесь будут наказаны все. Что с инкубом там творится? Дырку в нем пробил. Уменьшай инкуба в два раза. Ну, это карлик. Да еще. А, хорошо, оставляю его. Паразиты. Ты посмотри, ты меня будешь в моей комнате диагностики обманывать, бес. Достаю я свой... правду сказал, это мой карлик. Вместе пришли. Ты не сказал, что это инкуб. Ты сказал, это карлик, это инкуб. Ну, карликовый инкуб. Показать тебе мой демонический револьвер? Поверь, верю, не надо. Еще один раз ты попробуешь меня обмануть или сказать неправду, или двусмысленно. И ты, и вот этот с дыркой пожалеете. Очень серьезно. Я сегодня настроен на вас очень серьезно. Слишком большое воздействие вы оказывали за эти годы, которые вы сидели. Сколько находился инкуб в биополе? Со мной пришел 3 года. 3 года. Хорошо, все. Итак, Вера, ревер закончился? Да. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Анжела забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Анжела себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Кому что идет, Вера? Посмотри. Ну, дракона синяя возвращает с 3 глаз. Фиолетовая. Ящера. 8 лет он перекрывал ей космический поток. Готов. Отлично. Хорошо, я даю команду. На счет 3 все, что установил синий дракон, его платы, все отключаются. 1, 2, 3. И до последнего микрона все это выходит сейчас и зависает перед Анжелой. На счет 3. 1, 2, 3. Да, будет так, и так и есть. Все нити, все выдавливается. Свет, включая Анжели, она выдавливает из себя. Все, на чистоте синего дракона. Плата вышла. Отлично. Выстраиваю канал к этой плате от Анжелы. 1, 2, 3. И реверсом забираю. 1, 2, 3. Пошел поток. Ты знаешь, ей возвращаются мысли, знания. Ах, вот как ты, дракон, решил поступить, да? Ты мысли и знания воровал у человека? Получается, она отпечатывалась на эту плату. Отлично. Сейчас у дракона отпечатается что-то. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Да, будет так, а так и есть. Хватит. Сущность паразитарная. Реверс закончился. Выключаю печать дракона. Открывая под этими платами портал в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Я даю команду на счет 3 все, что установил ящер на его чистоте. Все его подключки. И в шар. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. У него почему-то из головы и из рук выходит. Усиливаю потоки, помогая Анжеле своей энергией выдавить все из себя. 1, 2, 3. Слезы и коричневая масса выходит. Готово. Так, вот этот инкуб или суккуб, кто там был? Инкуб. Инкуб. Ты что-то оставил в биополе? Конечно. Вышел из клетки, собрал все и быстренько вернулся назад. Приступай. Одно неправильное движение, и будет 2 инкуба. Бес, а с каких пор вы воспитываете инкубов? Я не понимаю. Синхронно работаем. Угу. Лучше договариваться. А раз уж мы все равно здесь, лучше работать сообща. В гармонии. Да. Он все снял. Выходи, бес, вытаскивай все, что ты оставил. Колготки снял. Вот. Запястье снял. Ленты. Да. Готово. Так, все убрали. Я даю команду Анжели на рассинхронизацию. Значение 100%. Бес, ты первородный или ты был человеком? Первородный. Закончилось. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, все убрали. Буду отпускать. Кто еще присутствует в квартире у Анжелы? Мы сегодня будем дом ее чистить. Дракон и бес. И бес. И инкуб тогда получается тоже? Или нет? Нет, инкуба нет.
Хорошо, значит, бес и синий дракон, я вас сейчас открою вам портал в дом. Вы уйдете в дом. Через полчаса мы придем. За это время вы должны все собрать, что вы оставили в этом доме, на этом земельном участке или где вы там жили. И после этого я сделаю проверку и открою вам портал на вашу чистоту. Все понятно? Да. На счет 3 открывается портал против часовой стрелки в дом Анжелы. 1, 2, 3. И синий дракон уходит туда, и бес уходит туда и дожидается нас. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Инкуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Инкуб уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Ли, посмотри, пожалуйста, этого ящера. 8 лет сидел. Идет с нами. Хорошо. Забрали. Поехали по частотам? Да. Готово. Отлично. Мы закончили чистку. Анжела, как вы себя чувствуете? Чистой. Замечательно. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И потом чистка дома и машины. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти куратора или учителя Анжелы в эту комнату диагностики. Лейла. 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 Мы приветствуем вас, Лейла. У ангелов друзья, они кураторы и учителя, я так полагаю. Вы, значит, ее друг Анжелы. Я друг. Мы приветствуем вас в нашей комнате диагностики. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили чистку вашей подопечной. Вытащили из нее все, что в ней сидело годами. Заправили ее энергиями. В процессе активации, идентификации души она показала свои крылья. И мы сразу поняли, кто к нам придет. Мы очень рады видеть вас в нашей комнате диагностики. Мне очень приятно здесь находиться. Благодарю вас за эту чистку. Замечательно. Это только полдела, потому что, вы знаете, вся работа остается после этого всего. Это сохранение этих всех энергий и чистоты. Уважаемые... Пришло время узнать. Да, вы достучались. Силу ангела. Конечно. Лейла, 10 вопросов написала нам Анжела. Будьте вы любезны ответить на те вопросы, которые ей можно знать на ваше усмотрение. Я отвечу. Благодарю вас. Первый вопрос. С какой я планеты? Твоя душа ангельская. 8-й ангельский уровень. 8-й ангельский, а какое высшее я у нее? 10-й. 10-й. Благодарю вас. Второй вопрос. Сколько негативного опыта я накопила? Я полагаю, она хотела спросить, какое количество негативной энергии она накопила в этом воплощении? 25%. 25%. Благодарю вас. Следующий вопрос, третий. Где я получила больше всего опыта, на какой планете? Больше всего опыта душа получает там, где она создается. То есть в ангельском мире? Абсолютно верно, на ангельском уровне. Но в любом случае я бы не смогла ответить на этот вопрос правильно, так как посещение планет, созвездий и других объектов всегда важны, даже если это очень кратковременное посещение жизни, как мы говорим. Благодарю вас, уважаемая Лейла. Вы позволите переходить дальше к следующему вопросу? Пожалуйста. Четвертый вопрос. Вы, правда, уже на него ответили. Она интересовалась уровнем развития высшего Я. Вы сказали, это 10-й уровень высшего Я. Да, 10-й уровень. Может, мы заменим этот вопрос на другой, с вашего позволения, который ей был бы не менее интересен. Например, о ее последнем воплощении, где оно происходило. Вопрос. Ее последнее воплощение, где оно проходило? В ангельском мире. В ангельском мире. Благодарю. Оттуда она пришла на землю. Вы правильно ответили. Это было перед воплощением. Она же была в ангельском уровне, но до этого у нее же были другие воплощения. Я полагал, что она, возможно, жила еще где-то на Земле или на другой планете и собирала там какой-то опыт.
Совершенно верно, жила в разных. Вот я и хотел спросить, объектах. На какой перед ангельским уровнем, потому что это было между воплощения, а вот именно воплощение на другой планете, типа Земля, может Марс, может Уран, может другие планеты, Арктур и так далее. Было у нее такое? Конечно, был. Хорошо, благодарю вас. Как и у всех других. Вот я и хотел спросить, где он был? Венера. Венера, отлично. Вот это был мой вопрос. Благодарю вас, уважаемая Лейла. Простите за то, что я неправильно выразился. Идешь несколько жизней назад. Я не могу просматривать все подряд, и прыгать с одного на другого. Да, вы куратор на эту жизнь, я все понимаю. Я благодарю вас. Все равно вы ответили на этот вопрос. Пятый вопрос. Расскажите, как работать с тонкими телами и моим биороботом? Нужно активировать ангельский стержень внутри себя и удержать этот свет. Этот свет – твоя защита и опора, знание и сила. Все остальные тела, как ты спрашиваешь, распределены по чакрам, те, которые вы знаете. 7 тонких тел – это самые основные чакры, которые должны постоянно дышать и пропускать энергии. Тонкие тела должны находиться в чистоте, иначе циркуляция энергии нарушится. А это значит нарушится понимание мира. Сперва собственного, а потом том, в котором вы живете. Поэтому для принятия правильной информации всегда нужно чакры и тонкие тела держать в чистоте. Продолжаю. Шестой вопрос. Это ситуация. 2 раза во сне на меня прыгала огромная серая кошка. От толчка я даже просыпалась. Что это было? Подход? Инкуб. Инкуб. Понятно. Хорошо. Мы его сегодня вытащили. Благодарю вас. Можем переходить к 7-му вопросу? Пожалуйста. Опять ситуация. Я была влюблена в мужчину 8 лет, но все закончилось. Он пришел ко мне во сне и с уверенным жестом вытащил из меня сияющий стержень с вопросом, что мы будем делать с нашей любовью? Он забрал что-то мое ценное? Это вопрос. Если да, могу ли я это вернуть? Он забрал энергии, вложенные в тебя за 8 лет. Свои? Со своей стороны. То есть он свои энергии забрал? Да. Но не ее? Нет. А как он мог это сделать? Свои энергии она сама отдала за 8 лет. Ах, вот как. Понятно. Редкая ситуация, первый раз с таким встречаюсь. Это маг какой-то или кто это? Что это за человек, который может забирать свои энергии? Это было сознательное действие или это что-то другое? Вы не могли пояснить? Это тонкий план. И то, кто, те, кто его видит, что здесь пояснять? Хорошо. Просто не каждый может себе, наверное, даже такое представить, что можно прийти и забрать свои энергии из биополя человека. Но тут я поэтому и спросил, это может быть какое-то магическое воздействие было или действие, но мы проходили по частотам магии, мы ничего не нашли в ней. Я хочу добавить, что это с ее стороны было это видение. Ага. Это не значит, что он приходил и забрал. Может, он хотел, может, он не мог разрешить ситуацию, но то, как она чувствовала, ей пришло во сне. Она увидела тонкий план с его энергиями внутри. Вот благодарю вас за это разъяснение, уважаемая Лейла. Я могу переходить, с вашего позволения, к 8-му вопросу. Да. Странный вопрос, потому что она спрашивает не о себе здесь. Я оставляю вам право выбора, как вы ответите или нет. Итак, 8-й вопрос. Люди – это единственная возможность питания и развития и работы для интерферентов? Нет, не единственная. Есть группы, есть животные, есть определенные энергии в атмосфере.
из-за атмосферы. Но люди имеют душу с разных объектов, создаваемая на разных объектах. Которая очень интересна для этих интерферентов из-за своей редкости. Не только это. Это особые энергии. Живые энергии, которые можно перерабатывать и продавать. Они это делают. Мы каждый день с этим встречаемся, уважаемые ЛЛ, я знаю, о чем вы говорите. Они, кроме того, даже заправляют свои корабли этими энергиями, могут ими перемещаться, они трансферируют эти энергии в другие энергии, им необходимые. И даже отдают их в какое-то центральное место, где вся эта энергия собирается. Печально, но так и есть. Благодарю вас, уважаемая Лейла. Вы закончили? Да. Хорошо. 9-й вопрос. Мои молитвы, очищение, защита работают для моего сына? Любая молитва работает, если она сказана с душой. Благодарю вас. Последний, 10-й вопрос. Она спрашивает, какой совет со своей стороны вы хотели бы ей дать? Я хотела бы активировать ее энергии. Это мы к этому перейдем обязательно. Насчет совета. Вы хотели бы ей что-то от себя лично добавить? Потому что следующий этап, конечно, будет активация стержня. Я не вправе давать советы. Ну, например, обрати внимание на какой-то момент в этой жизни. Вот так вот. Я это имел в виду. Она уже здесь, значит, обратила внимание. Да, вы достучались до нее. Благодарю вас, уважаемая Лейла. С вопросами мы закончили. Вот этот момент, когда вы можете активировать... Прошу вас, и стержень ангельский. Опишите только, пожалуйста, чтобы она, ее биоробот тоже знал, что вы делаете. Из копчика наверх поднимается столб энергии. Он закручивается, проходит по всем чакрам и выходит через верхние фиолетовую чакру наверх. Ты должна чувствовать по позвоночнику энергия, которая проходит через весь позвоночник и по верхним чакрам выходит из тебя Меркабу. То же самое происходит снизу, через нижний стержень Меркабы. Ангельская энергия проходит вниз. Что ты можешь делать этой энергией? То, как я показала тебе, Земля и космос — это обязательная связь. Это самый лучший баланс, который может быть устойчивый и упругий. На сегодняшний день будет неплохо, если ты просто прочувствуешь вдоль спины свой стержень, представив его ярким белым светом, живым и плотным. Он имеет определенный свет внутри. Он похож на несколько переплетенных световых полосок. Ты можешь зажигать и тушить его. Но сама оболочка остается живой и плотной. Научись делать это для начала. Потом ты можешь увеличивать и соединять энергии Земли и космоса, гармонизируя себя и успокаивая. Я закончила. Благодарю вас, уважаемая Лейла. Мы тоже закончили. Позвольте два слова еще сказать. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок, который все с удовольствием берут. И в ангельском мире, и первородный душ, и так далее. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами на земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Лейлы передать ей этот скромный подарок в знак благодарности за нашу встречу, за ее помощь своей подопечной и за ее время. Вы ввели меня в краску. Вера, Влад и Ангел, я благодарю вас за этот прекрасный подарок. Благодарим вас, Лейла. На этом месте... останется...
со мной. Отлично. Навсегда, как память о нашей встрече. Позвольте мне еще для ваших друзей передать маленькую корзиночку с 12 сортами самого вкусного меда на земле. 1, 2, 3. Я больше уверен, в ангельском мире понимают чистоту этого продукта, если вы позволите и это передать для ваших друзей. Благодарю. Отлично. Я все заберу. Я желаю вам всего наилучшего. Я говорю до скорых встреч. Огромный привет ангельскому миру. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готов. Отлично. Лейла. Анжела, как ваша встреча, как вам встреча с вашим куратором? Я в восторге. Замечательно. Вам надо будет еще продумать, проработать. Здесь только начало пути. Сейчас мы вас возвращаем назад в ваш биоробот и сразу приступаем к чистке вашего дома.